Всем доброе утро. Я, короче, качаюсь. Сейчас у нас, знаете, сколько время? 6 часов на качельке. Я опять свое платье одела, короче. Собрались домой. Вот коровы идут, сейчас я покажу коровок. Утро рано. Я вчера на качельке так и не покачалась. Ну, то сейчас качаюсь. Так свежо, да? Так, это у Коли хозяйство у брата. Коровки вон, телята стоят. Тут большие лежат. Там бараны. Здесь вот быки. Ого, Наташа, смотри, какие они большие. Быки. А вон там утки. В общем, хозяйство у него большое. Вон коровы. Девчули, домой мы собираемся, все. Наташка танцует. Смотрите, сколько коров много, обалдеть. Все, мы все домой собираемся. Наташка, если бы не на работу, мы бы сейчас еще баньку затопили бы и в баньке попарились бы. Ну так как... Сейчас мы на чем-нибудь отправим. Так, жених как себя чувствует? Нормально? Уже муж, уже вчера был жених, сегодня уже муж, все. Все по машинам. Загрузились, красотки, смотри, все. Светик. Все, мы едем домой. Загрузились. Вчера красивые были, сегодня красивые. Сегодня, короче, я даже сейчас приеду, помоюсь. Вообще. Короче, всю ночь танцевали. Да, мы чаем бились. Провожающие. Чаем В общем, мы едем, Наталью везем на работу. Быстренько. Сейчас отвезем и домой. В деревню будто едем, дома. А я не знаю, Лех, по какому району мы едем? Старый Кировск. О, мы по Старому Кировску едем? Я тут первый раз, я ее смотрю. Я приезжала давно. Ничего не знаю. Чего видишь? Ой, а дома, смотри, какие офигенские здесь. Обифигеть! Да, в деревню.
Смотри, какие домяра. Все, мы приехали в Дружный мир, да, Наташ? Дружный мир? Да. Все, мы подъехали, Натальку на работу привезли. Так что, Наташка, давай ни пуха, ни пера, работай. Нормально. Привет, вы на канале Супермамы. Кстати, нет. А что-то канала этого нет уже, что ли? Нет, Супермамы уже нет. В общем, мы уже дома. Наталью отправили на работу. Мы, короче, себе сварили горячий суп. С чёсом. Как сварили, прям сварили. Лёха готовил сам. Да, 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 я вообще... Лёха, смотри, у тебя такие глаза голубые. Ты безлинз? Да. Ты раз в жизни видел, что глаза голубые. А ты что, такого увидела, что ли? Нет, голубые. Ты посмотри, в камере так они голубей. Ну да. Голубей. Реально много голубей. В общем, мы сейчас собрались идти за грибами. Лёха сказал, тоже идёт. Я умылась, но блёстки у меня не смываются, потому что у меня платье всё блестело, и, короче, я вся звезда. Вот со вчерашнего дня звезду, и сегодня звезда. Это хорошо вообще прям. Чусик выручает. Потом грибы находим, говорит, Настя, иди, вон срежь, там лежат. В общем, мы идем в ленту снять денежку. То, что мы собрались ехать за грибами. Девчонки с нами. А у нас нету налички, мы идем в ленту снимать с карты. Ой, повернулись. Да, после свадьбы, короче, решили. Лешка сказал, сегодня еще грибы есть, так что мы идем грибы рвать, да, Леш? Давай. Есть грибы еще, да? Найди, взяли ножики, пакеты, пойдем рвать. Главное, ножики взяли. Грибы уже. Мы сняли денежку. Ну что, есть, надо надевать. Сейчас сука думал, как сняли денежку и сейчас стоим, ждем газельку. И едем в лес. Да, грибочки да, собирать. Да. У нас будет да. Тихая охота. На грибы. На грибы, да. Девчули с нами. Взяли чипсы. И кока-колу. Да. И кое-что еще, но мы вам не скажем, потому что это будет реклама и агитация. Нам рекламу нельзя на канале. Да. Еще рано. Я думаю, вы догадаетесь, о чем идет речь. Вот, что такое? Что ты делаете? Вау, какие модные. А я в обычных носках, прикинь. А что ты не взяла красивые? А я забыла. Мы же в лес идем, я тебе уже раз сказала. И что? Ну я вот свои напялила, ну, и ты все. Просто нет, я потребовала, сказала, у меня давай носки. Раскатаем. Давай раскатай, смотрите, да? Раскатай и заправляй. И у меня не, вот это заправляй, вот так и Вау. О, по-модному. Вот так, давай другой. В лес пришла. А потому что нет? Ты что? Ведлёша сразу сказал, нельзя так потому ходить. Что... Сейчас палочку найдёшь? Да. Ведлёша, он знает всё. Ведлёша уже нет. Смотри. Где? Да, да он нет. Нагнулся куда-нибудь, спрятался. Чё, пошли искать Ведлёшу? Мама вышла. Идём в лес. Лёха где-то спрятался от нас, пока мы носки отпускали. Чудеса! Давай. Лёх, не убегай далеко. Они сейчас выйдут. Они куда ты ходил туда? Они пошли. Чипики такие с нами. В общем, Лёха здесь с Натальей. Они всегда ездят туда с грибами. И сейчас он сказал, тут нам покажет. Там какие-то катакомбы или что-то какие-то. В общем, пойдем погуляем по лесу. Вообще так хорошо на улице свежо. Ну прям, я чувствую, что... Жарковато, но я не снимаю, потому что боюсь, что вдруг меня продует. Так-то я уже это уже не 18. Нужно одеваться потеплей. Лёха тоже носки подтянул. Я всегда так делаю. Вон, Лёха, смотрите. Это потому что. Потому что. Все это наши чувства. Нет, это самое. Нет, я тоже вон, смотри. Да, вот видите какие, а? Нет, мы все одели носочки, правильно. Чтобы нас что? Вот клещи. Да. Клещи до сих пор еще ползают, поэтому ради нашей безопасности мы, чтобы они на нас не заползли, заправляем носки. Да. Лёха нас в лес носки. Не пускает. О, какая-то надпись здесь. Здесь был Артур. Кто-то написал. Здесь был Артур. Сейчас мы тоже рядом давай напишем. Давай напишем, здесь были здесь мы. Были мы. Ну, нам долго писать будем, потому что нас четверо. Это да. Все имена пока перепишем. Смотри, это смотри какой бугор. Ой, я заматерился. Ничего страшного, Леш.
Смотри, вот сейчас мы вот сюда зайдем. Я вот тут грузили, вот это я резал, видишь? Да? Да. А, ты лег за грибами следи, а я, короче, фотографируюсь. Я люблю так. Вот, короче, тут такой овраг. Смотрите, какой. Ольга, я уже нашел. Да? Три штуки. Где? Да найди. Я что-то нашла? Да. Вот для тебя будет этот самый. Короче, загадка. Леха где-то уже грибы увидел, он сказал, ищи. Я уже три груздя нашел. Он три груздя нашел, говорит, ищи. Сейчас, подождите, я выключу камеру, буду искать. Где выросли три гриба? Он уже нашел три гриба и говорит, найди. Три гриба. Гриба. Гриба, ну ладно. И прикинь, он говорит, найди. Он уже пакет достал с ножиком. Сейчас я наступлю и все. Вот, вот, Свет, я уже в панике, я уже все обыскал, я не могу найти. Наверное, там где-то вполне... Все, Наташ, ты понимаешь, я не вижу. Ольга, я туда даже не ходил. Да? Да. Нашла? Он сказал, три штуки где-то. Да нет, это поганки. Он сказал, дядя Леша сказал, что это квест. Ну где я уже все? Да. Он стоял вот на этом месте и сказал, я нашел три груздя. Все, ищи. Ну это не считается, да? Это что? Они растут. Нет, они растут. Знаешь, или он прикалывается, или это правда. Ребят, если он прикалывается, это вообще не серьезно. Да, все, давайте, я их срезаю и пошлю туда. Покажи. Я уже устал, блин, с вами стоять. Я смотрела туда. Где? Я смотрите, смотрите, туда. Вот рядом. Два. Вот два, вот три. Реально, три я никогда бы не нашла. Я бы их никогда в жизни не нашла. А я, кстати, увидела. Лёх, нет, ты вообще, а как найти? Это что, надо так вырывать, что ли? Да. Я что, вырывал, ты же видишь, я только туда подошел и уже вижу, что три гриба растет. Грибы не Наташ, мои. Наташ, не гриба, а гриба. Да пофигу. Смотри, видишь, не червивый, классный вообще. Беленький, о, груздик, о, вообще о, отличнейшего о, качества. Наш сибирский, вкусняцкий. Наташка, в общем, мы грибы уже нашли. Мы только зашли в лес, Леха нашел сразу. Он, короче, не выдержал ждать, пока мы найдем грибы. Да, он, я короче, ему уже... квест, они говорят, нет. Девки разошлись. Ну, если вот так вот искать их в траве, я их никогда не найду. Да хоть и очки сниму, я все равно не найду. Смотри. Сейчас пойдем. В общем, дед Лёша, короче, над нами смеется, это вообще жесть. Потому что он, короче, опять находит гриб. Мы стоим втроем, Светка, я, Наташка, ищем. Мы это место все обыскали, он говорит, уйдите, а то сейчас, говорит, вы его затопчете. Я думала, он смеется. Он срезает. Нет, гриб, смотрите, я в каком это... В туннеле. Все, я спряталась, меня не видно. Катакомба. Ай-яй-яй. Вы от меня не уходите. В общем, он сказал, пошлите за мной, и он найдет нам много грибов. Сейчас я возьму палочку, чтобы разрывать. Девочки, вот знаете, для чего палочка нужна в лесу? Да, чтобы палочкой разгребать эти кустики. Кустики и находить грибы. Смотрите, Лёшу не теряйте, девочки. Лёх! Где? Нет, это лист все кончился. Наташка закричала, думала, грим. Я, короче, палку взяла большую. Лёха где-то ходит. Я думала, мне полукрепит. Нет, это поганка, наверное. Ну-ка. Нет, в лесу вообще хорошо. Ну, правда, жарковато. Но куртку я снимать не буду. Лучше куртку. Да. Все. Леха смотрит, Леха идет рядом, мы снимаем. Что переживать? Мы мимо грибов не пройдем никак. Ой, смотрите, ищет они грибы. Ты гриб нашла? Мам, что, как получается? Ищу. Там палочка помогает, вопрос. Так ты гриб только не сломай. Я, короче, на гриб наступила, чуть-чуть сломала его, но он был червивый, так что ничего страшного. Чё? Бежим. Подожди, стоим на месте, пока не убили гриб. Где он? Кто-то ищет гриб? Это что? О, смотри, нашла! Нифига себе, какие мы лошары. Смотри! Ого! Лёха, давай, срезай! Я реально не вот видела. Вот это красота, я тоже не видела, я палку чуть не шляпа, это нам сегодня на зажарку.
Оба, молодцы, молодцы. Ну-ка. Каев. О, смотри, какой хорош. Вот таких надо целый пакет давать. Вау, он взломал. Они тоже? Значит, они все, есть. Все, красавчик, пошлите дальше. Я ищу. Есть. Угу. В общем, я залезла на дерево. И, короче, издалека грибы ищу. Грибочки! Вы где? Грибы! Ой. Какая красота в лесу. Вообще такой кайф. Мне вот просто нравится находиться в лесу. Я, знаете, вот у меня такой ритуал. Я подойду, обниму, беру березочку. Держу ее. Так становится хорошо на душе. Все свои невзгоды, все свои несчастья. Сейчас все оставлю. Лёшка нам сказал пройти чуть-чуть туда. Там, говорит, грибочки. Мы идем по тропинке, в общем. А так вообще на улице красота. Представьте, осень, все, ребят, все желтое. В городе, когда не видно, что где листья, где что, они еще зелененькие, а здесь все осень везде. Красота. Прям вообще, я так иду и любуюсь. Так красиво. Я иду с палкой большой. Тут еще грязь. Дождик, видно, хороший был. Грибочки находим, знаете, так по чуть-чуть. Леха находит. Он находит, знаете, над нами это прикалывается, кричит. Девчонки, квест, гриб нашли. Наташка, в общем, бежала и наступила на гриб. Я говорю, Лех, так больше не говори. Ты лучше изначально сразу покажи, где, потому что это вот такие грибники. Реально. Там вообще тоже такая красота. Вот, что-то такое, враг. Обалдеть! Фу! Вау! Ничего себе! Офигеть! Смотрите, какой овраг! И сюда! И туда! Ничего туда, в ту сторону! Офигеть! В общем, я вбежала их догонять, а то я потеряюсь, не дай бог! И все. И потом буду кричать. Сейчас они меня потеряют. Нет, где-то на дорожку вышла. Нет, вон они идут. Так что кричать не надо, а то бы сейчас крикнула. Степан! Лёха кричит мне по Степан. Лёха меня потерял, кричит. Степан! Короче, мы все время смеемся тут. Вообще так прикольно. Свежо, на свежем воздухе вообще. Такой адреналин. Особенно после вчерашнего, после ночи танцев. Вот мы ходим сейчас по улице, по улице, по лесу. Такой кайф, такой свежий воздух. Вообще, ощущения офигенные. Вон там гнездо какое-то на дереве, гнездо видно. Кайф, ребята, вообще. Не знаю, или мне так просто нравится, когда я в лесу хожу. У меня сам процесс просто погулять по лесу, вот это самое наслаждение. А грибы собирать, я, знаете, я просто не вижу. Моим зрением, конечно, я не вижу грибов, но по лесу гулять я очень люблю. Сейчас березку какую-нибудь обниму и постою. Все свои болячки отдам ей, а силу новую возьму. Да ну! Там Леха уже им, короче, по ушам едет, что подземка там. И, короче, мне тоже наваливает. Смеемся вообще. Так прикольно. Что там, знак какой-то? Пойдем посмотрим, ребята. Что здесь делают? Леха, это что такое? А? Это что? Это бункер? Нету, что-то делают. Смотрите, вот прям иду. Что-то делают в лесу. А для чего? О, что такое? Ребят, правда не знаю, что это такое. Леха, наверное, знает. Леха, это для чего? Это подземный переход.
ну чего вы смеетесь? Ага. Короче, не знаю, чего они смеются. Там такая же вот следующая. Дальше. Вон знак стоит, и тоже такая же штука. Для чего? А, тут, ну, видно, какие-то учения или что-то проходит. Может, что-то для чего-то сделано. Она же не просто так. 100%. Ну, лес красивый. Как вам, друзья, нравится? Нет? Вы со мной по лесу погуляли. Сегодня воскресный день. И лесной денечек. Так что... Лёшка там все режет и режет. Я как посмотрю, где он ходит. Я его из виду, конечно, не упускаю. Я везде за ним контролирую. Ну, смотрю, он нагинается что-то. Срезает и срезает. Девки тоже что-то там нагинаются. Он что-то нашел. Молодец вообще. Я хожу с этой палкой. Толку-то? Не вижу. Я сказал бугорок раскопать. Ну, короче, идем. Что, реально? Офигеть! Тут реально гриб! Гриб палку сейчас сломала. Не кричите сильно, а то сейчас прибежит дядька. Мама! Наташа! Смотри, ребятки, давайте по этой канавке пройдем, может, еще нарвем. А, больше нету? Как ты их видишь? Я, короче, все уже с этой палкой перекапываю, ничего нету. Смотри. Наташка, поздравляю! Наташка тоже гриб нашла. Конечно, он мне показал, где искать. Нет, ну мы так тоже находим. Эй, доча, телефон держи. Так-то я тоже так же нашла, дядя Леша мне подсказал. Так, палочку мою не теряем. Палочка с собой. Леха говорит, мы тогда находим грибы. Вот он, как он видит, я не знаю. Все, он уже на нюх чует, говорит, тут нету, пошлите дальше. Мы идем дальше. Только дальше проходим. Он говорит, смотрите тут. Он даже не нагинается, понимаете? Он даже не наклоняется вниз. Он просто говорит, смотрите его, говорит, вот тут копайте. Копаем этот гриб. Вот как. Что, давай здесь тикток снимем? Нет? А что это за... Это закопали, наверное, что-то, нет? Не знаю. Там, по грибу. Свет, где будем тикток снимать? Сейчас мы остановимся, где-нибудь тикток снимем. Перекусим, уже кушать захотели? Ребята уже кушать захотели. Ну правильно, мы уже ходим. Сколько уже? 2 часа почти ходим. Ребят, знаете, вот как обидно. Вот прям до глубины души обидно. Они идут и находят грибы. Я иду. Ничегошеньки не вижу. Я прохожу и тут, и там. Грибов нету. О, Леха идет он. Девочки, смотрите тут, смотрите там. Там гриб, там гриб. Я в шоке. В общем, я обиделась на грибочки. И легла полежать. А что? Все равно они от меня прячутся. Я найти их не могу. Я обижена. Вон, смотри, смотри. Вон кричат. Вон опять. Наташа, вон, Леха говорит, Наташа нашла гриб. Смотри, вот как. Я только что там проходила. Обидно. Смотри, Леха, девчонки, что-то нашли. Вон Леха идет и... Девочки, смотрите грибов. Я прошла там только что. Нет, ребят, вы думаете, в очках, я иду без очков, без шапки. Все снимаю, иду, ищу. С палкой. Все так вот. Шмонаю. Вижу, зайенька, вижу. Я уже обиженная. Все, нашли опять. Ой, ребят, все. Я, короче, полежу. Я тикток сняла. Так что заходите, посмотрите. Обязательно. Солнышко светит, вообще так клево. Сейчас покажу, как все красиво. Вот я лежу, и как мне все красиво. Лес, лесок. Вообще красота, ребят, вообще. Я люблю в лесу покричать. Дома мне не разрешают. Вон я лежу. Беги, дорогая, беги. Беги ради мамы и папы. Они вот рядом ходят.
Я вижу. Да, тьма тьмущая. Идите срезайте, девочки. Че, тут что ли опять, Лех? Возле меня? Ребят, я тут. А может я еще... Лех, пройди рядом, может я еще возле грибов-то лежу. Ну-ка, ищи. Леха! Посмотри, кепка моя лежит, я просто ее выкинула. Разослилась. Лех, посмотри, может возле меня где есть? Сейчас он посмеется. Посмеется вон, смотрите, его нашли и срезает. Че, я не могу, они хохочут. Я, короче, тикток снимаю. Пам-пам-пам-пам. Сейчас. Сейчас иду, Леш. Смотрите, мы в тот раз тут были с Натальей. Когда ходили, вот эта хибара тут какая-то. Или как она называется, чулуга. Тут так вообще. Я вон кушаю чипсы. А они грибочки ищут. Мы не учим на улице. Хорошо? Я люблю гулять по лесу. Ой, ну тут, конечно, свалочка. Ну, некрасивая, реально некрасивая. Но я вам покажу, это так нельзя делать. Вообще реально. Прям. Зачем? Накидывать. Лёшка куда-то повел, но что-то там показать хочет. А я чипсами хочу.